Всех приветствую на своем канале. Сегодня я вам хочу показать в своем мастер-классе, как сделать вот такую замечательную прихваточку котика. Делается она очень просто, состоит из основы круга амигуруми. Если вы сделаете круг, то вам как бы остается его всего лишь украсить, эту прихваточку, как сделать детальки, то есть ушки, глазки, носик и так далее. В общем, сборочку я вам сегодня хочу показать. Также, если вы возьмете за основу круг, вы можете сделать любого вида глазки, ушки, хоть медвежонка, хоть пингвина, в общем, как ваша фантазия вам подскажет. Довольно-таки вяжется легко и просто, будет замечательной помощницей маме, бабушке, в общем, ко дню 8 марта подарочек своими руками. Можете взять пряжу, не так, как я, допустим, голубого цвета, а любого другого цвета. К примеру, под интерьер кухни, если вы не будете ею пользоваться в качестве интерьерного, так сказать, украшения, будет прихваточка, то можете связать, допустим, если кухня у вас в теплых тонах, взять какого-нибудь бежевого либо коричневого цвета. Если, например, в холодных тонах, более такие холодные цвета, как синий, голубой, зеленый, в общем, на ваше усмотрение. Рекомендую использовать вам остатки пряжи, так как здесь, в принципе, довольно-таки немного ее нужно. Для вязания нам понадобится пряжа в качестве основного цвета. Я взяла голубой, немножечко беленького цвета и немного красного цвета. Красненький у нас будет носик, беленький для глазок. Также вам понадобится 2 пуговички темного цвета, любого, либо черного, либо темно-синего, в общем, каким вы хотите, чтобы были цвета глазки. И крючок номер 2, номер 4, ножнички и сантиметр, либо обычная канцелярская линеечка. Почему я вам сказала 2 номера крючка? Я буду вязать основным цветом в двойную ниточку, поэтому я взяла крючок побольше. А глазки и носик я буду вязать крючком поменьше. Чтобы прихваточка была не тонкая, возьмите либо просто толстую пряжу, толстый крючок, либо двойную ниточку. За основу прихваточки я взяла круг амигуруми. Ссылочку на круг я вам оставлю под этим видео, я его вязала уже в предыдущих уроках, поэтому на нем я не заостряла свое внимание. Сделала я его диаметром 15 сантиметров. Обычно советуют прихватку делать 20 сантиметров, но, честно говоря, я уже делала 20 сантиметров, мне она показалась слишком большая, поэтому в этот раз я решила сделать 15 сантиметров. Если же вы хотите 20 сантиметров, свяжите немножечко больше и затем прибавите просто по ряду. Вот мы будем вязать ушко, я вам скажу, где вам нужно будет прибавить. Точно так же я как бы по ходу вязания вам буду говорить, если вы хотите побольше. Если же такая вам в принципе подходит, то вот вяжите 15 сантиметров и последний круг провязываете столбики без накида, без прибавления. То есть как бы завершаете свое вязание просто кругом. Хотите, можете обвязать рабочим шагом, но я, честно говоря, не очень хочу в своей прихватке здесь рабочий шаг делать. Итак, в общем, вы провязали последний круг. Как вы видите, я каждый ряд отмечала вот таким маркером. Мне было легко и просто делать прибавления. Я не сбивалась, то есть вам тоже рекомендую все-таки делать, промаркировать, в общем, начало и конец ряда. Теперь, смотрите, мы закончили ряд провязывать столбиками без накида. И теперь отсчитываем 5 столбиков без накида. Итак, первый столбик. Второй столбик, третий, четвертый и пятый. Но пятый делаете так, туго затяните прям петелечку и туго сделайте столбик без накида, чтобы он как бы у вас такой был закрепленный, красивый. И теперь набираем 10 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Отсчитываем 3 петелечки и в четвертую вводим крючок и делаем соединительный столбик. Тоже соединительный столбик сделайте максимально туго, чтобы он у вас такой был не, так сказать, расхлобыстанный, в общем. И вот еще провяжем 5 столбиков без накида. Просто 1, 2, три, четыре и пять. Как бы довязали вот этот ряд. Вот у нас на одном положении находится петелечка. И мы как бы довязали ряд, красивенько завершили. Хотите 6 провяжите, ну вот давайте 6 еще провяжем столбик, чтобы вот так более равномерно. И в 7 сделаем соединительный столбик. Сделали соединительный столбик и вытаскиваем нашу ниточку. То есть если у вас ниточка еще не закончилась, как у меня, то берете, обрезаете и спрячем кончик. Почему мы сделали петельку вот здесь, вот, как сказать, между прибавлениями? Для того, чтобы у нас красиво на одном, так сказать, расстоянии была посерединке петелька, то есть красивенько у нас получилось. И в принципе я считаю, что если вы вяжете, как я, в двойную ниточку, либо толстую ниточку, я думаю, что этого более чем достаточно, воздушных петель в качестве, так сказать, петелечки для... Ну, в общем, повесить. Если же вы вязали в одну тоненькую ниточку, то я считаю, что вам нужно будет еще раз вернуться и провязать столбиками без накида, либо соединительными столбиками вот эти 10 петель. Либо уже смотрите, может вам не 10, а захочется побольше петелечку сделать. То есть если у вас, к примеру, не на гвоздике, не на таком вот держачке тонком, то вам придется сделать как бы побольше петельку. Итак, ниточку, в общем, я вытаскиваю, она мне больше не нужна. И почему я сделала между прибавками петелечку? Потому что вот здесь у меня будут располагаться ушки. То есть между двумя следующими, так скажем, неполными прибавками у меня будут располагаться ушки. Итак, в общем, ниточку мы спрячем. Ну, можете, в принципе, вот так вот в петельку нашу ввести крючок и вытащить ниточку. Затем ее... как бы красивенько спрятать между вот здесь вот между столбиками. В общем, наша основка готова. Я думаю, что у вас здесь труда никакого не составит. И я вам советую, если она у вас плотненькая, то есть все-таки если вы вязали в двойную нитку, либо плотненько вязали, она у вас немножечко будет вот так вот закрученная. Ну, то есть это, так сказать, дефекты крючка. И смотря какой плотностью вы вязали, то я вам советую на изнаночной стороне закрыть, так сказать, либо марлей, либо тоненькой салфеточкой тканевой и проутюжить. Ну, то есть, в принципе, для того, чтобы она такая была ровненькая, красивенькая. Если же у вас, вот как у меня, не слишком, так сказать, заворачивается, то я думаю, что проутюживать не нужно. Итак, в общем, основка готова, и мы приступаем к самой непосредственно мордочке. А начнем мы с ушек. Итак, берем, если вы вязали в двойную ниточку, то так и продолжаем вязать в двойную ниточку. Берем основной цвет и делаем большим крючком 2 воздушные петельки. Итак, первая петелька и вторая. Во вторую петельку от крючка делаем 3 столбика без накида. Будет немножечко сложновато, но вы попробуйте. Итак, 1 столбик, 2 столбик и 3. Петелечка немножечко распускается, но вы ее потом по ходу вязания подтянете. То есть это не обращайте внимания. Итак, делаем 1 воздушную петлю подъема, разворачиваем на вторую сторону и делаем в первую петелечку прибавление. Итак, 1 и сюда же 2 столбик. А 2 столбика провязываем просто по 1 столбику в каждую петелечку. 1 столбик и в крайнюю петелечку 2 столбик. Снова делаем петельку подъема, разворачиваем наше вязание и делаем в первую петельку от крючка прибавку, то есть 2 столбика без накида. И довязываем 3 оставшиеся петельки по столбику без накида. Каждую петелечку 1, 2 и последнюю петелечку 3. Снова 1 петелечка воздушного подъема, разворачиваем и в первую петелечку от крючка делаем прибавку, то есть 2 столбика без накида в 1 петельку. и довязываем 4 оставшиеся петельки по столбику без накида в каждую петлю. 3 и в последнюю петельку 4. Воздушная петля подъема. Разворачиваем наше вязание и снова в первую петельку делаем прибавление 1 и сюда же второй столбик. И оставшиеся 5 петелек провязываем по столбику без накида в каждую петельку. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый и последний столбик, пятый. Одна воздушная петелька подъема и разворачиваем вязание. Снова в первую петелечку делаем прибавление 2 столбика без накида в одну петлю и в оставшиеся 6 петелек по столбику 1, 2, 3, 4, 5 и последний 6-й столбик. Одну воздушную петельку подъема делаем и разворачиваем. А следующий ряд, то есть по счету у нас 7-й, мы будем делать так. Первую петелечку делаем прибавление, как обычно, 2 столбика без накида. Затем провяжем средних 6 петелек по столбику. 1 столбик, 2, 3, 4. Если у вас раздваивается ниточка, придерживайте. 4, 5 и 6. У вас осталась крайняя петелька, в нее делаем тоже прибавление, как и в начале ряда. 2 столбика без накида в одну петлю. Теперь воздушная петелька. Разворачиваем и делаем в первую петельку от крючка прибавление. 2 столбика без накида. Средние 8 петелек провязываем по столбику. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Провязали 8 столбиков. 9 снова делаем последнюю петельку прибавления. 2 столбика без накида провязываем в одну петельку. Теперь воздушная петелька подъема, разворачиваем и снова в первую петельку делаем прибавление 2 столбика без накида. Затем средние 10 петелек провязываем по столбику 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. И снова в последнюю петельку делаем прибавление. 2 столбика без накида провязываем в одну петельку. 1 столбик и сюда же второй. Воздушная петелька. И теперь для тех, кто вяжет диаметром, как я, этот ряд нам нужно провязать в каждую петельку по столбику без накида. То есть я буду провязывать 14 столбиков без накида. Для тех, кто делает диаметр побольше, то вам еще нужно ряд сделать с прибавками. То есть первую петельку делаете прибавку, провязываете средних 12 петелек и в последнюю делаете прибавление. Если же, еще раз повторюсь, вы вяжете как я, то просто вяжем по столбику в каждую петельку. То есть 14 столбиков провязываем просто по столбику в каждую петельку до конца ряда. А после того, как вы провяжете вот этот ряд с прибавками, для тех, кто вяжет диаметром побольше прихваточку, вам нужно будет следующий ряд провязать по столбику в каждую петельку без прибавления. Просто ряд, вот как бы завершить прибавление просто рядом. И теперь, после того, как мы провязали 14 столбиков без накида, а для тех, кто делает прибавление, там у вас будет 16 столбиков, то теперь нам нужно сделать воздушную петельку и обвязать вот это, так сказать, наше ушко. У нас, где мы начинали, это вершина ушка, то есть как бы уголочек. И нам нужно вот эти две стороны, то есть как бы вверх и вниз вот эту пирамидку обвязать столбиками без накида. Просто вот так вот между рядами. Просто провязываете между рядами по столбику. Я думаю, что здесь ничего сложного для вас не должно быть. Вот так вот вводите крючок и постепенно прячете вот эту, конечно же, ниточку, которая у нас вот здесь на верхушечке при наборе была. То есть по ходу вязания ее попробуйте завязать, чтобы она вам не мешала. То есть вот эту ниточку в вязание вложите, либо просто крючочком потом ее уберете. Но я вам советую сразу ее, так сказать, вязать в обвязывание столбика. И у нас получится, как вы видите, такой вот ровный, красивый краешек. И вот мы до конца дошли, довязали низ. И я вам предлагаю еще связать по столбику без накида. Вот здесь вот снизу, так сказать, каждую петелечку просто по столбику. Чтобы уже до конца, я сначала хотела обвязать только верхушку, но сейчас предлагаю вам вот, наверное, дообвязывать все-таки вот этот низ, чтобы было так, ну, более, так сказать, красивое наше ушко, и вам было проще пришивать. То есть вы потом просто по петелькам будете красивенько пришивать. Делаем соединительный столбик. Хотите, можете сделать воздушную петельку, чтобы затянуть хорошо ниточку. Хотите просто, ну то есть, если воздушную петельку, давайте воздушную петельку сделаем. И после этого вытягиваете ниточку и обрезаете так, чтобы вам можно было пришить, так сказать, пришить это ушко к основе. Вот, обрезали ниточку нашу. И у нас получилось вот такое замечательное ушко. Таких ушек вам нужно сделать 2 штучки. Ушки наши готовы, и мы приступаем к глазкам. Берем ниточку белого цвета и крючок, который поменьше. Делаем 2 воздушные петельки. 1 и 2. И во вторую петельку от крючка делаем 3 столбика без накида. 1 столбик. 2 и сюда же 3. Воздушную петельку и разворачиваем наше вязание. Теперь мы делаем прибавление. 1 петельку от крючка, 2 столбика без накида. Затем провязываем столбик без накида в следующую петелечку. И в 3-ю провязываем снова прибавление. 1 столбик и сюда же провязываем 2 столбик. Воздушная петелька подъема, разворачиваем вязание. Снова делаем 1 прибавление, 2 столбика без накида. Затем провязываем 3 столбика в каждую петельку по столбику. 1, 2 и в 3-ю столбик. А в последнюю петелечку делаем снова прибавление. 1 столбик и сюда же 2. Петля подъема, разворачиваем вязание. Снова делаем прибавление, 1 петелечку, 2 столбика без накида. Средние 5 столбиков провязываем каждую петелечку по столбику. 1, 2, 3, 4 и 5. Последнюю петелечку снова делаем прибавление. 2 столбика провязываем без накида в 1 петельку. 1 и 2. Воздушная петля подъема, поворачиваем вязание. Снова в 1 петелечку делаем прибавление. Затем провязываем средние 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Последнюю делаем прибавление. 2 столбика без накида в 1 петлю. 1 петля подъема воздушная, разворачиваем. И теперь мы снова делаем прибавление. 1 петелечку, 2 столбика, затем средние 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Последнюю снова делаем прибавление. 1 столбик, сюда же 2. Делаем воздушную петельку подъема. Разворачиваем. Теперь провязываем наши 13 столбиков, которые у нас получились вместе с прибавками. Просто по столбику в каждую петелечку. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый. Снова воздушная петелька подъема и разворачиваем вязание. Сделаем последнюю прибавочку, первую петелечку, 2 столбика без накида, затем средние провяжем 11 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И последняя прибавочка наша, 1 столбик, и сюда же вторую, последнюю петельку, прибавочка. Воздушная петля подъема. И теперь нам нужно провязать 4 рядочка по 15 столбиков без накида. То есть вот это у нас идет первый рядочек, затем сделаете в конце воздушную петельку, повернете вязание второй рядочек, затем в конце воздушная петля, повернете третий рядочек и четвертый. В общем, провязываем таким образом 4 рядочка по 15 столбиков без накида. Не забывайте делать воздушную петелечку для подъема. Довязали конец 4 ряда, 15 столбик, делаем воздушную петлю и разворачиваем вязание. Теперь у нас вязание будет делиться на 2 части, на правую и левую. Начнем с правой. Делаем подряд 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Теперь делаем воздушную петельку и разворачиваем. Не довязываем до конца, а просто начальные 7 петель. Теперь делаем следующим образом. Провязываем 5 столбиков без накида в каждую петелечку. 1, 2, в каждую петелечку по столбику. 3, 4, 5. У вас остается 6 и 7 петелечка. Делаете одну полупетлю и во вторую петельку делаете полупетлю. Соединяете общей вершиной, делаем убавочку. Воздушная петля, разворачиваем. Теперь сделаем подряд убавочку. Вот так вот. 2 полустолбика соединяем общей вершиной. Провязываем 2 столбика. В каждую петелечку по столбику 2 раза. И снова делаем убавление. Захватываем одну полупетлю, со второй петельки вторую полупетлю, общей вершиной соединяем, сделали убавление. Воздушная петля. Делаем теперь 2 подряд убавления. 2 полупетли первые берем, соединяем общей вершиной. И 2 полупетли, так сказать, третью и четвертую соединяем общей вершиной. Делаем воздушную петельку, вытягиваем и обрезаем, так сказать, вытянутую вот эту вот петельку. Таким образом мы связали с вами правую сторону. Теперь приступаем к левой. От серединки вот так вот пропускаем одну петелечку, то есть у нас получается 15 столбиков без накида было, мы взяли 7 и со второй берем тоже 7 крайнюю. У нас посередине остается одна петелька. В нее мы просто делаем соединительный столбик, петельку, вот так вот. Не соединительный, простите, закрепляем вот так вот в нее. Ложим на вязание наш кончик, чтобы постепенно его вязать. И провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и последний столбик 7. Таким образом мы сделали закрепление в среднем, вот здесь вот в средней петелечке, но не провязали. 7 столбиков мы провязали крайними. Делаем воздушную петельку и провязываем так. Делаем сначала убавление, То есть два полустолбика первых берем, соединяем общей вершиной и довязываем до серединки, так сказать, до серединки нашего сердечка. 5 столбиков без накида. 4 и последний столбик, 5. Делаем воздушную петельку и разворачиваем наше вязание. Провязываем теперь убавочку, делаем сразу же 2 полупетельки, соединяем общей вершиной. Теперь делаем 2 столбика без накида, 1, 2. И снова делаем 1 полустолбик, 2 полустолбик и снова делаем убавление таким образом. Воздушная петля, разворачиваем и делаем 2 убавки. Покажу вам убавки, если вы не знаете, вот смотрите, ныряете в петельку, захватываете на крючке 2 петельки. Следующую ныряете, захватываете петельку, на крючке 3 петельки. Соединяете общей вершиной. Но, может быть, вы не знаете. Я думаю, этих тоже проблемы не составит. Итак, ныряете снова, у вас на крючке 2 петельки. Следующую ныряете, захватываете 3 петельки, общей вершиной соединяете. Таким образом мы сделали 2 убавления подряд. Теперь делаем воздушную петельку. И что мы сейчас будем делать? А делать мы будем следующее. Теперь нам нужно обвязать столбиками без накида вот это сердечко. То есть вы, не отрезая ниточки, вяжете, получается, справа налево столбики без накида. Но смотрите, вы довязываете до того момента, когда у вас, так сказать, средняя петелька и вокруг нее 2 петельки. То есть мы сейчас сделаем снова убавление. Смотрите, ныряете, так сказать, с части правой, ныряете, захватываете петельку, на крючке 2 петельки. Теперь ныряете, захватываете среднюю петельку, которую мы пропустили, и ныряете, захватываете первую петельку с левой стороны. И все 4 петельки на крючке соединяете общей вершиной. И продолжаете обвязывать столбиками без накида. То есть почему мы так убавили? Для того, чтобы не осталось дырочки. Мы же пропускали 1 петельку. То есть мы брали по 7 столбиков с каждой стороны. А вот эта вот, так сказать, средняя часть осталась у нас пустая. Поэтому мы с нее, так сказать, сделали от убавления. То есть чтобы у нас не было промежутка здесь никакого. И продолжаете обвязывать сердечко до того момента, как мы начали обвязывать. То есть вот так вот продолжаете до вот этого момента. Дообвязывали до того момента, где начали. И делаем первый столбик, который мы начинали обвязывать, соединительный столбик. И вытягиваем ниточку, обрезаем так, чтобы у нас осталась ниточка для пришивания. Вытягиваем ниточку и вводим вот здесь вот между столбиком, то есть между косичкой, вот так вот на изнаночную, сказать, сторону. Таких сердечков вам тоже нужно связать 2 штучки. Включаете заново в общем видео и вяжете 2 штучки. 2 ушка, 2 сердечка для глазок. И нам, в общем, осталось связать носик. Для носика берем красную ниточку и крючок, который потоньше. Снова делаем 2 воздушные петельки. И во вторую от крючка делаем 3 столбика без накида в 1 петлю. Первый столбик, 2 и 3. Делаем воздушную петельку, разворачиваем. Теперь делаем в первую и последнюю прибавление. То есть первую петельку делаем 2 столбика без накида. Теперь делаем столбик без накида и снова 2 столбика без накида в 1 петлю. То есть делаем по бокам прибавление. Воздушная петелька, разворачиваем вязание, снова делаем прибавление. Теперь у нас уже посерединке 3 столбика без накида. Вот их и провяжем. 1 столбик, 2 и 3. Последнюю делаем снова прибавление. 2 столбика без накида в 1 петельку. Воздушная петля. Разворачиваем. Теперь благодаря прибавкам у нас 5 столбиков без накида во внутренней части и по бокам прибавления. 1 столбик, 2 прибавление. Теперь в каждую петелечку по столбику 5 раз, 2 3, 4, 5 и прибавление. 2 столбика без накида в последнюю петельку провязываем. Теперь воздушная петелька подъема, разворачиваем и провязываем в этом ряду, в следующем и следующем, то есть 3 ряда подряд по 9 столбиков без накида, то есть в каждую петелечку провязываем по столбику. Итак, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петелька столбик и 9. Петля подъема. Теперь этот ряд провязываем. В конце ряда снова делаем петелечку подъема и последний ряд провязываем. Тоже 9 столбиков без накида, без прибавления. То есть просто каждую петелечку по столбику. Довязали третий ряд, делаем воздушную петельку и также обвязываем столбиками без накида. Вот так вот с наших двух сторон, те, которые мы провязывали, так сказать, прямыми и обратными, в общем, рядами. Обвязываем наш носик столбиками без накида. И у нас получается вот такой он замечательный, красненький, хорошенький носик. В общем, все детали мы довязали. Вот, довязали до конца носик, делаем соединительную петелечку воздушную, вытягиваем ниточку, обрезаем так, чтобы осталось для пришивания. Вот так вот. И наш носик готов. Все детальки готовы, и нам осталось только попришивать. Прежде чем пришивать, я вам советую хорошо-хорошо расположить, продумать, как, так сказать, должны расположены быть ваши детальки. Только после этого начинайте пришивать. Хотите, можете взять иголочку и наметать, так сказать, наметочными швами, расположить детальки, наметать их, а затем уже тщательно пришивать, для того, чтобы у вас как можно ровнее, как можно красивее был ваш котик. И мы начинаем сшивать детальки. Наметочные швы я вот вам хочу приблизительно показать, как должно выглядеть. Сначала желательно наметайте, как я вам уже сказала, и затем уже пришивайте. Также я вам не рекомендую после пришивания глазок, не рекомендую обрезать ниточки, а просто их спустите вот сюда, где у вас будет располагаться глазки, так сказать, зрачки, пуговички. И этой же ниточкой вы просто сможете без всяких узелочков и присоединений, так сказать, уже пришить пуговички. И пришивайте против часовой стрелки, так у вас будет красиво наметочные швы выглядеть. И не зацепляйте изнаночную сторону, то есть вот наметка у меня выглядит, ну, видно, то есть швы, но это только, так сказать, я приблизительно расположила, а уже когда буду наметывать, то по поверхности, то есть по внешней стороне я буду пришивать глазки. И лишь после того, как пришьете основы для глазок, уже пришиваете непосредственно сами глазки, там пуговички, то есть хотите их располагаете, в общем, косо, хотите вот так, но, честно говоря, так мне больше на пингвина похоже, поэтому я вот где-то вот так буду пришивать. В общем, пришиваем глазки, и нам осталось вышить усики и ротик. Хотите, можете посмотреть, как я вышивала. В общем, в принципе, вышиваете на свое усмотрение. Можете взять черный цвет. Я взяла, например, рассоединила, так сказать, ниточку для вязания черного цвета и буду вышивать ей. Если у вас есть мулине черного цвета, хотите, вышивайте мулине. У меня поступал вопрос, что делать, если, ну, ко мне поступал вопрос, что делать, если нет черной ниточки. Хотите, возьмите для шитья ниточку. Я думаю, для шитья черного цвета у всех в каждой квартире, так сказать, есть. В общем, если нет, то можете взять любого темно-коричневого цвета. Даже, в принципе, сюда подойдет даже темно-синего цвета, если у вас голубого цвета прихватка. Если у вас, например, желтого цвета прихватка, можете взять оранжевые нитки. То есть на тон темнее, так сказать. Хотите, вышиваете в принципе любыми. Могут усы быть розовые, к примеру, прихватка голубая. Это уже как бы как ваша фантазия вам, так сказать, подсказывает. Опять же, пришиваете не сквозным швом, а вот таким вот как бы своего рода наметочным за основку глаза. То есть не сквозным, чтобы у вас с внутренней стороны было все довольно-таки аккуратненько. А пришиваете к вот этой вот, так сказать, беленькому сердечку к основе. И немножечко захватываете ниточку, так сказать, голубого цвета, вот эту основную, чтобы у вас глазик был пришит к прихватке, а не только к, так сказать, к основке для глазика. После того, как мы сшили все детальки, у меня получился вот такой замечательный котик. Я надеюсь, что у вас тоже все получилось и вам понравился мой видеоурок. Хотите, можете обвязать полностью по всему периметру котика, в общем, всю мордочку рачьим шаном. Но, в принципе, честно говоря, я сейчас не хочу этого делать. Мне нравится он и таким. В общем... Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ровных петелек вам. Пока-пока!